Главный тренер команды гостей, команды «Северсталь» Козырев Андрей Леонидович. Тренер, пожалуйста, ваш комментарий по игре. Начали мы достаточно неплохо, но несколько удалений подряд они выбили ритм. У нас получилось так, что на фоне усталости допустили мы несколько ошибок. И, собственно говоря, это повлияло на результат. Но то, что играли до конца, была возможность и выиграть этот матч, вытащить. В этом мы видим положительные оценки. И, собственно говоря, мы для нашей молодой команды это хороший, скажем так, урок. Да, проведем анализ. Для становления нашей команды это нормально. Спасибо. Коллеги, ваш вопрос, пожалуйста, Сергей. Андрей Леонидович, спасибо за игру. Очень интересно было смотреть. Два матча команда сыграла, 10 шайб заброшено, 9 пропущено. Для зрителей это великолепно. Вопросов нет, смотрится здорово. Как вы ощущаете, вот как найти баланс, чтобы 10 было забито, допустим, а 2 пропущено? Безусловно, для зрителей это интересно. Как нам это избежать? Опять же, мы сегодня проиграли вот в этих деталях. Те ошибки, которые наши ребята совершили, они совершили на фоне усталости. Ну, это нормальный процесс. То, что они ошибаются, это тоже нормально. Это идет становление. Молодые игроки, они без ошибок не могут. Мы к этому относимся с пониманием. Как баланс найти? Ну, это нужно пройти для того, чтобы потом было лучше. Понятно. Мне показалось, что команда у вас не совсем была готова к тому натиску, который «Спартак» предложил во втором периоде. Вот понятно, что у вас игрок был удален. Тем не менее, быстрые 2 пропущенные шайбы, как, конечно, рисунок игры изменили. Вот почему? Почему? Ну, я же сказал, потому что в преддверии этого мы получили несколько удалений, и мы просто-напросто, ряд игроков у нас устало. И на фоне усталости произошли эти ошибки. Потом игра выровнялась, но... Все. Все. Пожалуйста, еще вопрос. Девушке передайте. А где Питонин, где Гуслистов и когда их ожидать? Гуслистова травма. Питонин на данный момент у нас... Те ребята, которые выходят на лед, они, скажем так, посильнее. Это было оптимально сегодня у нас состав. В скором будущем ждем возвращения Гуслистова и Питонина. Спасибо, коллеги. Еще вопрос? Нет вопросов? Да, спасибо, тренер. Спасибо.